Всем привет! Сегодня в видео покажу вам примерку нового капота для Lexus AS. Капот становится болт-он без каких-либо подгонок. Возможно, незначительная регулировка на заводских креплениях и резинках. В комплекте с капотом идет декоративная вставка. Она прикручивается. Именно этот капот выполнен из стеклопластика. Возможно заказать версию из карбона в двух вариациях. Это гибридный карбон и полный карбон. Гибридный карбон — это когда рубашка, эта верхняя часть, выполнена из карбона, а паук, это нижняя часть, выполнена из стеклопластика. Ну, соответственно, full карбон — это когда полностью капот из карбона. Заказать возможно любое плетение на выбор, как однонаправленное, так и wet wheel, своего рода елочка, когда капот делится на две части. Именно этот капот из стеклопластика весит порядка 10,5 килограмм, вот, не боится града, выдерживая температуру от минус 40 до плюс 120 градусов, выдерживает удары определенного характера, не деформируется в сравнении, к примеру, с алюминиевым стоковым или металлическим. Постараемся на своем канале рассказывать о нашем продукте в более живом порядке. Мы как-то уже загружали видео, интервью о наших проектах различных. Теперь постараемся для вас в живом порядке рассказывать о наших новых разработках, новых продуктах, отвечать на популярные вопросы. Если, опять же, есть какие-то пожелания, пишите в комментариях. И, как всегда, не забываем про лайки. Это очень важно, так как наш канал растет. Если вам нравится то, что мы вам показываем, то не забывайте ставить лайки. Для тех, кто не подписан, всегда можете подписаться и следить за новостями. Ну и, конечно, по капоту. Как вам наша разработка? Сделали специально в строгом стиле под стоковую модель, без каких-то глобальных переделок. Все очень строго и лаконично.